Хотите, пока билетики достаете, я вам анекдот скажу. Красная шапочка собирается к бабушке. И ей корзинку мама дает. И говорит, знаешь, ты придешь к бабушке, и она тебе будет рассказывать, какая у нее пенсия маленькая, как ей жить тяжело, как ей все, а ты стой на своем. С мясом по 10, с капустой по 5. Вот такая штучка есть. А кто-то знает еще какой-нибудь хороший? Нет, не, лучше не надо. Не надо. У нас бывают истории. Друзья, посмотрите, пожалуйста. Шестизначный номер на каждом билетике есть 6 цифр. И я сейчас зачитываю обладателя первого приза, да? Да-да-да-да-да. Номер 723-228. Есть? Поднимите руку. О! 7... Ну, конечно, сейчас он будет проверять. Несите, несите. Заходите сюда. 723-228. Это ты где нашел? Серьезно, он наугад, вы поверите? Сейчас, иди в зал, покажи человеку, чтобы не это самое. Не, а ты покажи, вот мужчина сидит, чтобы не подумали, что вдруг кто-то человек придумал. Думает, засланный казачок? Проверяем. Вот смотрите, корешок билета. Кто не? Иди сюда, я вам покажу. Не, серьезно, да подойди, Серега, иди туда, покажи. Покажи. Махните рукой, кто не верит. Все, Серега, иди покажи, пожалуйста, а то так и будет. Поверили? Попал. У нас все честно, между прочим. Все так есть, на самом деле.